Правоохранительную систему Казахстана необходимо реформировать сразу в нескольких направлениях, считает кандидат юридических наук Гульмира Байеркенова. По мнению правозащитницы, полицейские департаменты и управления должны быть максимально открыты для приема граждан. А в регионах следует расширять сеть фронт-офисов, работающих по принципу одного окна. Мы знаем критику в отношении правоохранительных органов, в которых встречаются, к сожалению, факты коррупции. И для того, чтобы, значит, искоренить вот этот фактор, который отталкивает как раз население, необходимо формирование антикоррупционной культуры и формирование добропорядочности сотрудников органов полиции.